Море, солнце, свежие натуральные овощи, фрукты и чистая экология, друзья. И где есть 300 дней солнце, где есть песчаный пляж, это все город Мерсин, друзья. Всем добро пожаловать в городе Мерсин, друзья. С вами компания Arbatoms, наш сайт arbatoms.ru, друзья. Вот сейчас я здесь стою, смотрю, наблюдаю, вот эта красота. Средиземное море, в самом деле, дорогие друзья, это наш врач. Морской воздух. И утром вы встаете, представляете, сразу у вас глаза открываются, вот эта красота. Вот эта красота много что-то стоит, друзья. У вас сразу энергия другой, сразу вы, у вас день начинается позитивно. Если это наоборот, как-то утром встаете, откроете окно, сырость, мороз, снег, совсем другой у вас психология будет. Теперь я понимаю, почему здесь люди улыбаются постоянно. Улыбаться надо. Из-за климата здесь люди улыбаются. Улыбайся, оператор, улыбайся. Улыбаться надо. Улыбайтесь, друзья, это очень хорошо в самом деле. Как-то я в Москве жил, я очень редко видел, что люди улыбаются, большинство людей все злые, не хотят друг друга общаться, все бегом, торопятся куда-то, я не знаю, в самом деле жизнь такая короткая, куда они бежут, я не знаю. Короче, друзья, можно много что-то говорить про город Мерсин, но у нас сегодня с вами очень важный гость. Интервью будет, потому что все это очень важно, которые люди сюда приезжают, живут именно в городе Мерсин. Почему приезжают? Почему город Мерсин? Жить надо, что ли? Именно сюда приезжают люди. Мне тоже интересно. Поэтому сегодня давайте слушаем истории. Наши гости приезжали именно жить в городе Мерсин, на Висекта. Своей жизни начали менять, друзья. Посмотрим, почему именно своей жизни меняли. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот как хорошо, да? Улыбается. Давайте все вместе улыбаемся. Потому что это обмен энергии в самом деле, конечно, правда? Конечно. Надо улыбаться. А у вас страна улыбается, люди? У нас страна? Да. Улыбаются, но холодно улыбаются. Вы откуда? Мы сами приехали с Эстонии. Как зовут? Ольга. Александр. Ольга и Александр, друзья, с нами. И расскажите, пожалуйста, Эстония, вам жить надо, что ли? Почему приехали? Нет, там просто, вы просто понимаете, там здесь чувствуется тепло, здесь чувствуется солнце, здесь чувствуется, ну, такая вот... Люди добрые очень, да? Фрукты. А в Эстонии, ну, сами понимаете, что там очень долгая зима, очень долгая осень и мало-мало лета. Солнца мало. И солнца очень мало. И поэтому люди немножко такие, ну, не скажу я, никого не обидеть, но немножко серенькие. Да. А здесь люди такие жизнерадостные. Открытые. Добрые. Потому что это из-за климата. Да, из-за климата. Из-за климата. В самом деле, где мы живем, вот эта атмосфера нас направляет. Вот такой формулируется характер, правда? Да, правильно. Очень, да, а правильно. У вас тоже фрукты натуральные? Ой. Ну, я бы не сказала, что такие вкусные, как у вас, нет, конечно. Дыни просто мед. А у нас даже такой дыни нету, это вот, честно говоря. Даже возьмите помидоры, вот, я их очень люблю. Здесь, не сравнить с Эстонией, а здесь сочные такие, вот они прям, ну вот прям... Вот да? По рукам льется такой сок. Очень... Нравится. Вот черешня возьмите. Возьмите там это самое, дыни. Возьмите арбузы. Ну это ж прелесть. Вот просто вот, да, вот просто покупаешь, и вот хочется и кушать, и кушать, и кушать. Да. Поэтому... Хочется пожрать здесь, да, постоянно, если честно.
Вот не хочется ни мяса, не хочется ничего. Вот хочется именно фрукты меняем каждый день. То одни фрукты, то другие фрукты. Итак, почему город Мерсин? Как сюда попали? Откуда узнали город Мерсин? Мне интересно, это свежий, новый город. Последние 2 года начали здесь люди уже купить недвижимость. Да. Но мы изначально рассматривали Аланию. Вы жена муж, правильно? Да. Официально. Да, официально. Мы приехали в Аланию. Может, разведемся. Не официально. Ну, что ты болтаешь на камеру? Да. Саша, так что... Да, не шути, правда? Каждая шутка есть доля правда. Да. Да, короче. Мы рассматривали Аланию сначала. Но там нам показалось все-таки душно. И очень много туристов. И нам, когда мы обратились в Арбат Хомс, нам посоветовали рассмотреть недвижимость в Мерсине. Мы приехали сюда на один день, и нам понравилось. Нам показали одну квартиру, вторую квартиру, и мы остановились на Лавинии. Угу. Вот сейчас мы ее обустраиваем. Угу. На этой неделе ожидается уже ТАПУ. И я надеюсь, что мы уже к концу месяца переедем в свою квартиру. Молодец. Будем обмывать так-то. Да. Шампанское перевезли с собой. Обязательно. Вот вы обратились в Аланию, в вашу фирму. Вы понимаете, мы, ну, как были слепые котята. Ну, это по-русски, да, значит, вы ничего не знали. Ни законов, ни каких. И потом обратились к вашим девочкам, Светлане, обратились к Коле, Махмуду и Андрею. Андрею. Понимаете, они нам без всяких вот, знаете, как бывает, что когда человеку обращаешься, ну что-то такое нудное, да, вы что-то постоянно делаете. Нет, понимаете, в такое отношение было. Просто нам объясняли любой язык. Поэтому мы очень благодарны вот за такое отношение. Угу. Люди вообще очень прекрасные. Даже да не только тоже Светлана, Оля, а просто в офис заходите, когда там есть ваши люди, такое доброжелательное отношение. Это не реклама, это на самом деле это просто реально, то, что есть. Да, я после съемки оплачу вам за рекламу. Но самый главный – люди, капитал, правда, друзья? Да, люди очень добрые, отзывчивые. Даже мы не понимаем на турецком языке ничего. Нам стараются объяснить на руках, как-то показать что-то. Все равно мы друг друга понимаем. И желание это очень есть, важно. Да, и это очень важно, когда вот есть контакт и разговор между двумя народностями, которые как бы на одном языке не говорят. Это очень важно. И тогда, когда мы начали приезжать сюда, в Мерсин, нас сразу встретили ваши представители. Да. Нам сразу сделали эту квартиру, но временно, пока мы будем обживаться. Вот. Лена нас встретила, привезла сюда, нас поселила, все. А дальше начала заниматься нашими всеми делами. Угу. Вот. Без ее мы здесь, практически бы ничего не сделали. Здесь Мерсини, Лена и Махмуд, да. А это Махмуд у нас... туда появился, это вообще. После продажи сервиса. Да, после продажи это вообще прелесть. Это он был с нами как нянька. Да. Но на самом деле это так есть. Это мы ваша няня теперь. Без нас никуда не денешься. Хорошо? Да, даже туалет нельзя без нас. Да. Не только я могу сказать, что там Лена, все. Когда мы приезжаем к вам в офис, то просто вот другие ваши сотрудники встречают вообще. Как родных. Как родных там. Ты не арбуз, там чай, кофе, что хочешь. И бесплатный. Да. Потом счет не принесут. Молодцы. В общем, ваша фирма, я считаю, что это не реклама, это просто на самом деле то, что есть в реальности. Потому что мы любим свою работу, потому что мы любим город Мерсин. Это моя родина. Я здесь родился, поэтому я очень стараюсь для Мерсина, чтобы все было отлично. Потому что действительно город Мерсин, друзья, это очень интересный город. Разнообразный город, туристический город и промышленный город, и перспективный город, и... Здесь уже строится аэропорт, международный аэропорт. И этот аэропорт будет второй аэропорт, самый большой второй аэропорт в Турции, после Истамбульский аэропорт. Еще здесь метро начали строить. Это все я вам почему говорю, потому что это все показатель, что город развивается, друзья.
И самое интересное, что в Мерсине люди очень радуются, что наши вот такие гости приезжают. Наверное, я не представляю, через 2 года здесь, наверное, будет маленький Москва или маленький Россия, что-то будет, потому что очень много русскоязычных людей, да, правда? Да, есть, когда мы на променаде гуляем, очень много встречаем русскоговорящих людей, да, это на самом деле. Но это много не влияет, потому что сами турецкие жители очень внимательны. Куда ни заходишь, вот, боже, мы там, ну, гуляем, там, в кафе заходим, все это... Ну, там уже немножко стали постоянно. Мы уже сами, да. Разговариваем, потихонечку начинаем. Мы идем, даже как надо уже, все. Приятно. Безопасно, да, правда? Безопасно. Да. И овощи, фрукты дешевле. Я обратил внимание, очень дешевле. Дешевле, чем в других городах. Да. Чем в Мерсине? Чем в Алании. В Мерсине дешевле, чем в Алании. Да, дешевле. Да. Согласна. Дети есть у вас? Да, два сына взрослые. Да, они приезжают тоже, будет вот, приезжать уже. Да, обязательно. Поэтому взяли квартиру 2+1. 2+1, очень хорошо. И здесь тоже ничего, здесь тоже очень хорошо. Такой, здесь, да. Очень хорошо продувает, вид на море, очень красивый. А можно посмотреть? Мои подписчики иногда спрашивают, а можно, почему не показывает вот эту планировку? Давай, оператор, со мной квартира, да. Пойдешь? Давай, посмотрим, сейчас еще перейдем, хорошо? Конечно. Это кухня, вот эта кухня вместе с залом, и вид на море, это 15 этаже. В Мерсине еще большой плюс, что разрешает высокие этажи построить, правда? 15 это этажей, очень, да, это высоко. Запрещен, например, а здесь разрешает в Мерсине высокие этажи, 15, 16, 18 этажей строиться можно. Отсюда и вид какой, да. 16 этажа. Это говорит о том, что здесь... Разлом нету, друзья, здесь землетрясения нету. Поэтому разрешает высокие этажи построить здесь, так что. И, короче, здесь кухня, и балкон тоже большой, мы где с вами начали, это перехожая, здесь сразу с левой стороны такой санузел. Подробнее не буду показывать, просто чтобы люди видели планировка. Вот это санузел, и сразу напротив есть спальная комната, вот кровать, вот это они все купили без мебели, друзья. Здесь тоже выход есть на балконе. И если вам интересно, вот такой планировка, вид на море, ваш вид никак-то не закрывается, потому что впереди ничего нету, через дорогу школа есть, 2 этажа, здесь осталась последняя 1 квартира. 1+1 на 11 этаже, но мы сейчас на 15 этаже, друзья, на 11 этаже, если вам интересно, можем вам отправить более подробную информацию. Короче, вы довольны, счастливы, правда? Очень, очень. Мы на пенсии, и мы приехали сюда жить, радоваться солнцу, фруктам, отдыхать, в море купаться. Здесь еще бассейн прекрасный. Муж не ходит в бассейн, а я хожу и в бассейн, и на море. Правильно. Я любительница. Почему ты секреты выдаешь? Я люблю купаться. Да. Ругаетесь часто? Нет. Да? Раньше это было. Но почему? Сейчас надо ругаться. Как-то человек ругается, значит, любит. Да. А, нет, уже, наверное, мы отстали. Если от не ругаться, неинтересно. Да. Мы уже не ругаемся. Вам большое, что вы создали такую прекрасную фирму. Мы очень довольны вашей фирмой. Да. Спасибо вам за вашу нам помощь. Тоже, нам тоже приятно. Да, то, что вы для нас сделали. Мы бы без вас. Нет, мы бы не справились, это точно. Точно не справились. Если вы хотите, мы приглашаем в гости к себе. Да, потом на открытие, да? На открытие, да. Квартиры. Будем обнимать, не переживайте. На бассейне. Да. И самое главное... Я всегда говорю, как-то недвижимость мы предлагаем не только бетон покупать. В самом деле, друзья, мы недвижимость не продаем. Мы просто предлагаем счастье, здоровье и как можно правильно жить в Мерсине, в Турции, друзья. Для этого что нужно? Нужно консультант, друзья, потому что очень важно, кому вы обращаетесь, как-то покупаете недвижимость, потому что эта фирма вас направляет в хорошую сторону. Поэтому, если что, вот это мой номер телефона, друзья, +90 530 442 42
33, где есть Viber, WhatsApp и Telegram. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Большое спасибо вашим ребятам. Да, всем. Вашим вам. Ребятам в Алане и здесь в Мерсине. Очень большое спасибо. Алане тоже хорошо, здесь тоже хорошо. Да. Мы большая семья, большая наша компания. Да. Да. Арбатомс уже 15 лет на рынке недвижимости. Так что вам тоже спасибо, что спасибо к нам огромное. Обращались. Если приедете огромное. В Алане, всем передайте привет. Всего от нас. Хорошего, да. Я вас тоже люблю. Всем удачи, друзья. Пока-пока. Пока-пока.